Матвей Петрович Бранштейн, родившийся в 1906 году. Доктор физико-математических наук, профессор, который занял эту степень в 29 лет. И, к сожалению, ушедший из жизни в 1938 году довольно-таки рано. По причине АСТЭЛ, я читал его книги «Атомы и электроны», возможно, даже многие его книги, какие только были доступны на территории Республики Узбекистан, я все их прочел. Он умел писать довольно элегантно и доступно, говорить о самых сложных вещах. Например, он сумел полностью рассказать всю историю открытия атомов, всю историю ядерной физики. Сам он был ядерщиком, внес огромный вклад. Кроме того, работал вместе с такими гениальными учеными, как Иоффе, Там, Курчатов, многими другими. Смог достигнуть огромных результатов. И к тому же, к сожалению, за счет репрессий был расстрелян и ушел из жизни довольно рано.